Кейт! Присядь с нами. Мисс Шарма? Лорд Бриджертон? Ты рассказала Виконту о пчелином укусе? Меня ужалили. А. Я в порядке. А. Кейт не терпится посмотреть окрестности этого чудесного поместья. Правда? После нескольких дней, проведенных в одиночестве. Не проведете экскурсию, пока я беседую с другими дамами? Я уверена, лорд Бриджертон занят с другими гостями. Точнее, на охоте с господами. Боюсь, мы отбываем совсем скоро. Вам известно, что Кейт прекрасно стреляет. А как же? Все ли готовы к охоте? Разумеется. Кейт, расскажи ему, как ты любила стрелять. Мисс Эдвина. Кейт скромничает. Вы что, не верите? Вероятно, ваша сестра метко целится в поле. Однако ей, несомненно, не справится. А чего вы считаете, что я не способна с чем-то справиться? Я лишь имел в виду... Что я женщина? Нет, нет. Я не говорил так. Но подумали. Леди не охотится. Не охотится или не позволено? Леди Данбери, несомненно, сможет выделить камеристку для сопровождения. О, да чего вам будет всем весело? Вы узнаете друг друга гораздо лучше. Превосходная затея, мисс Эдвина. Мы вполне один раз можем сделать исключение. Все же мы на нашей частной земле. Как знать, быть может, мисс Шарма многому тебя научит?